14 апреля в историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». К данному мероприятию будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и тем, кто только выбирает свою будущую профессию. Также участие в ней примут и представители Центра занятости Каспийска. Эта ярмарка объединит соискателей и работодателей от малого бизнеса до крупного бизнеса, то есть предприятия будут задействованы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, предприятия гостиничного, туристического бизнеса, агропромышленного комплекса, которые будут представлены вакансии. Отметим, что на ярмарке будет представлено около 500 вакансий от 80 предприятий региона. А также участники смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями и не только трудоустроиться, но и спланировать собственную карьеру. Центр занятости населения города Каспийска приглашает принять участие горожан нашего города, каспичан, студентов, выпускников учебных заведений, учащихся учебных заведений, которые намерены трудоустроиться после окончания своего учебного заведения и которые обучаются по востребованным в регионе профессиям. Кроме того, участники могут получить ответы на все интересующие вопросы, сменить квалификацию, а также узнать о мерах господдержки при трудоустройстве или переезде в другой регион. Стоит подчеркнуть, что организаторами данной ярмарки является Министерство труда и социального развития Республики Дагестан. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканала «Среда».